Приветствую. Итак, сегодня разбираем проигрыш. Я попытался его перекинуть вот на акустике, чтобы сыграть одновременно и аккомпанемент, и соло. Сделал на октаву ниже. Ну и сейчас услышите, что у меня получилось, и я подробно расскажу, как я его играл. Приступим. Итак, играем ми минор. Закончился у нас припев. И вышли на ми. Дальше идет проигрыш. Играем так. Как ля минор мы держим. Играем 4. Четвертая на втором. Третья открытая. И играем хаммер на второй лад в аккорде ля минор. Третья струна. Дальше. Играем 5 и 3 одновременно на аккорде ля минор. Вниз-вверх бой идет. Дальше. Играем шестую, открытую, и одновременно с ней играем соло. Играем третью струну на втором. Играем пул. То есть сдергиваем струну, чтобы зазвучала открытая. Четвертую играем дальше на втором. Еще раз. Затем открытая третья. И играем третью снова в аккорде на втором. Затем 5, бой, 6. Сначала. Дальше. Играем 4 на втором. Открытая третья, третья на втором. И играем 5 и 2 одновременно. Две открытые струны, пятая и вторая. Затем бой на открытой второй. Затем шестая открытая и вторая на третьем ладу. Открываем вторую. Третью играем в аккорде. И снова вторая, и выход на си септаккорд. Ну, это мы уже знаем, мы уже это играли в прошлом уроке. Давайте еще раз до этого места медленно. Дальше играем ми минор, шестую и первую одновременно, и бой вниз и вверх. Можем просто вниз играть. Дальше ре мажор, играем четвертую и вторую. Дальше ля с ноткой до диез, маленький баре на втором ладу. Первую мы не играем, играем пятую и вторую одновременно. Дальше играем вниз, первую не играем, повторюсь. И дальше до мажор, 5 и 2 одновременно. Дальше идет аккорд си. Мы играем так, держим пятую на втором, нота си. И играем третью струну, из третьего лада на четвертый играем хаммер. Одновременно играем 5 и 3. Дальше. Вторая, первая открытая. Снова вторая. Третья на втором. Открытая третья. И выходим на ми минор дальше. Играем 6 и третья на втором одновременно. Пул играем на открытую. Третью струну. Дальше четвертая. Третья открытая. Четвертая открытая. Четвертая на втором.
дальше. Шестая открытая. Хаммер играем на третий лад. И на пятую открытую, на бой. И на припеву. Ясно. Давайте попробуем медленно все сыграть сначала. Пробуйте, у вас получится. Желаю успехов. Спасибо. Пока.